какой-то город, не знаю, но это еще не Даллас. Так. Надо было, наверное, остановиться в этом городке, переночевать, но что-то меня сердце сюда не позвало, нет. Или не позвало. Домик едет. Домик прямо. А что там внутри? А собаки? А, это домик для лошадей. Это лошадок перевозит. Я думаю, что ж за дом такой? Класс. Я остановилась на станции Loves Truck Station. Заправилась бензином. Кстати, тут на 30 центов дешевле, чем везде. Казино. Я спросила у менеджера, говорю, можно ли мне здесь припарковаться overnight? Она говорит, а какой у тебя автомобиль? Я говорю, у меня SUV. Она говорит, да, вообще вопросов нет. Паркуйся где угодно на любой, ну, главное, не на входе. Вот там, на любом паркинг-лоте. Я говорю, а area safety, ну, как бы, это спокойная area, спокойное место. Она говорит, да, абсолютно спокойно. Я говорю, ну, никто не меня не будет тревожить ночью. Она говорит, ну, я не могу тебе, как сказать, гарантировать, но я надеюсь, что, говорит, все будет нормально, потому что, собственно, никто никогда никого не это... Пошли посмотрим, что тут в казино. Ух ты! Так что вот так вот. Такое маленькое казино. Так, посмотрим, что здесь на трак-стейшене, что продается. Есть я не хочу, я сегодня так наелась. Вот, кстати, то, что я ем. Вот они. Вот эти вот сардины. Тут они стоят $1.49, а в Publix они стоят $1. Очень вкусные. Так, вода у меня есть. Все у меня есть. Можно кока-колы взять в пачку. Но у нас будет у меня туалеты и там же души. Нет, showers, вот они. Души здесь. $12 стоит душ. Можно купить тут такую вкусняшку. 2 на 3,33. Кофе, напитки и все это прочее. Здесь же есть интернет. И я имею в виду Wi-Fi. Я заправилась, забыла помыть окна. Вернее, окно. Оно у меня такое замученное все. Сейчас пойдем помоем окошечко. Вон сколько комарей, а мне тут налетело. Ой, как классно. Значит, завтра я буду в Далласе с утра. Часов в 12, наверное. Боже, как здорово. И причем никто мне не сказал, там ты должна заправиться, или там ты должна что-то купить. Не, пожалуйста, оставайся, ночуй в машине. Я спросила, могу ли я просто ставить на парковку машину на ночь. Она говорит, вопросов нет, спи в машине. Но, видно, много людей спрашивают, можно ли спать в машине. Я знаю, что у меня Аллочка, они с Тони, когда путешествовали, они неоднократно останавливались вот на таких вот на рест, не на рест area, это трак-стоп. Тут три компании трак-стопа, и они между собой соревнуются. Понятно. И любая из них представляет те же самые условия. Тоже души, пожалуйста. Но тракеры, которые ездят на траках, они заправляют много бензина, им бесплатно, они бесплатно пользуются душами. И я, допустим, если я заправлю 200 литров, по-моему, тоже могу душ бесплатно. Но мне-то нафиг не надо. Я хотела остановиться опять возле Planet Fitness. А потом думаю, что-то так много черных людей. Думаю, наверное, я все-таки мне спокойнее остановиться на тракстопе. Поставила тракстоп. 10 минут доехала от того места, где я остановилась. И получилось все замечательно. Так. Вот так вот все чистенько. Чистенько. Теперь здесь тоже немножечко. Вот так вот помой. Как они сюда влетели, как они сюда бьются. Удивительно, если честно. Короче говоря, моя третья ночь пройдет на парковке на трак-стопе. Что у меня тут? Тоже фигня какая-то. Ну и понятное дело, тут тоже надо. Это я специально не убираю, потому что я по этой ручке узнаю свою машину. Я сегодня утром тоже просыпаюсь. Зашла в
в тренажерку выхожу, стоят две машины, думаю, какая моя? Рядом. Свою по этой руке узнаю. Так, ну что, все? Такой дождь был вчера, такой ливенюка. Машина, конечно, у меня вылезана чисто, но это сегодня я так много ехала, и сегодня набилась сюда мне этих всякой тли, всякой машкары. Все вроде бы чистенько. Все. Какое небо красивое. Пошли. Так, сейчас еще один промою. Насчет, меня спрашивают, устали вы, не устали? Абсолютно не устала. Единственное, что чуть-чуть такое ощущение с этими, с глазами. Вон как солнце отражается в этих машинах. Глазки, конечно, у меня немножко подустали, если честно. Все, едут куда-то припарковаться. По всей видимости, тоже где-то будут тут парковаться на ночь. Мне за ними поехать или как? Поеду-ка я за ними. Посмотрим. Либо они приехали просто заправить бензинчиком, либо они поехали парковаться. Сейчас проедемся. Проедемся, где паркуются эти домики на колесах. Ну-ка. А нет, он тоже сюда же паркуется. Или он едет заправляться. It's a beautiful, ага, туда я не проеду. A leather-covered book. It's a prayer book, really, and it's filled with devotional thoughts. A 31-day journey that gears your prayers to так, the ну coming. Так, ну что, куда мне ехать? Здесь мне припарковаться? Или все-таки мне здесь припарковаться? It will offer heartfelt devotionals and prayers that will encourage you on your journey of life. Each day includes an inspirational thought and a quote, supporting scriptures and a prayer. Куда, наверное, все-таки на входе нет, потому что все равно люди подъезжают. Все-таки я поеду вот сюда. We believe very soon. На Арбис. Ask for your copy of perhaps today when you send или your вот gift, сюда. And it'll be on its way to you before. Локация Loves. Вот она. Truck Stop Loves. И столько же, если не больше, Flight, Джон какой-то, и еще третья. Вот здесь только одна. Если все разместить трак-стопы, это будет все усеяно вот этими трак-стопами. Я взяла вот этот location лист. Пошли. Уже стемнело. Пойдем укладываться. Loves. Я сегодня ночую в любви. Или на любви.